несколько дней не приезжали, потому что были в разъездах. И переросли огурчики. Как кабаны висят. Вот, блин. Такие огромные. Какой огромный, ну. Поперерастали, а вот какой. Вот это, да? Мама говорит, что прошел дождь, и все огурцы у нее попортились. Листья именно пожелтели, пошли пятнами. Ну, я смотрю, мои ничего так, стоят еще зеленые. Странно, может быть, от сорта зависит. Потому что мама говорила, дождь сильный или плохой. Ну, не знаю. Слышите звук? Это где-то куропатки сидят в траве и курлыкают. А у нас их тут валом. Так, я буду срывать уже баклажанчики. Пусть они будут такими средними. Но зато они у меня тут не зажарятся. Такой нормальный довольно-таки. Залез. Классные баклажаны. Как перчина смешно растет вверх. И это также вверх растет. Ну, короче, сегодня будет рагу овощное. Еще есть маленькие завязи, которые будут немножко позже. А, пахнет. Я очень люблю все свежее с огорода. Мы прям с Алиной можем мыть и кушать. Это надо смотреть американцам. Как все растет, интересно. Если бы еще камера передавала запахи. А то они думают, что все растет в супермаркете. А нет. Все растет вот так, на собственном огородике. Самое-самое вкусное. Еще поздние огурцы цветут. Все в цвету. Так что еще огурцы будут до конца лета, это точно. В общем, собирала я огурцы и чуть не прозрела, пропустила. И, короче, я в шоке. У меня был тут еще один куст арахиса, его уже нет. Вот раз, два, три. И тут у меня было три куста, посажено в один. Ну, как вот, допустим, три стебля. И его нет. Кому понадобится мой арахис? Вопрос. Да, я, короче, в шоке. И очень-очень злая.
Ничего, ничего. В общем, это поздние огурчики, которые еще цветут и будут плодоносить. Листья нормальные, не попорчены, ничем не обрабатываю, я их не подкармливаю. Ну, пол ведра огурцов. Мы их и практически последнее время не поливали, ничем не обрабатывали. Ну, я думаю, что это нормально. Среди поля вырастить для себя. Мне там не надо много. Мама для консервации выращивает. А вот то, что у меня исчезают растения с моего огорода, вот это меня волнует. Да. Еще что хотела вам показать, это вот бульбочки чеснока, которые у меня созрели. Я его оставила специально. Ой, выпало. И хочу попробовать вырастить из собственных семян чесночок. Так что я ее сейчас забираю. Это очень дешевый способ размножить себе семена, потому что семена сортового чеснока очень-очень дорогие. Ну, надо немножко будет повозиться. Неправильно, блин, оторвала. Надо было на 20 сантиметров. Ничего. И дозревает кукурузка, что очень-очень радует. Кукурузу мы любим, и кукурузу мы замораживали. Мы ее чистили, и очень классно ее либо немножко приварить, либо в сыром виде, а потом варить, кому как нравится. Мы когда-то раньше покупали консервированную кукурузу в баночках для салатов. Сейчас мы про это забыли. Она очень классно замораживается. Так что да. И поспевает фасолька. Мама говорила, у нее пустые стручки. Давайте посмотрим, что у меня. Ну, на пустые стручки у меня не похоже. Ни одного пустого я, по крайней мере, не вижу. Они все плотненькие. Фасолька хорошая, я и так вижу. Это мало такое пропустила. Она самая больше любит это делать. Фасоль хорошая. Видишь, созрели. Это... Вот так. Каждый раз едешь с дачи, всякие вкусности везешь. Еще можно нарвать зеленого лука очень много. У меня все никак не могут поспеть томаты. И я приняла решение, что я сейчас гущавину эту немножко подстригу, то есть лишние листья, нижние и средние, я немножко буду расчищать, потому что они у меня очень-очень плотно посажены. И получилось очень-очень густо, может быть из-за этого. А вообще у кого такое было, что томаты не могут очень долго покраснеть, пожелтеть, если это желтый сорт, напишите. Вот так проредила помидорки. Будет им просвет, и может быть быстрее они поспеют. Столько я нарезала пасынков, нижних листьев, и с той стороны еще одна такая куча. По наблюдениям прошлого года они так себя не вели, как в этом году. То есть не было столько пасынков и столько загущения. Ну, может быть, я их садила просто реже, поэтому думала, что этот сорт не нуждается в дополнительном удалении пасынков. Так что надо было это сделать еще раньше. Вот посмотрите, хочу вам показать, как растет бурячок Зепо.
Это тот буряк, у которого с одной семечки получается 3 бурячка. Как интересно. Вот, и в июле я удаляю один бурячок. Видите, он довольно-таки крупный. Его уже можно использовать в блюдо. Второй у нас будет дорастать. Ну, третий еще совсем маленький. Хороший пример. Раз, два, три. Это с одной семечки получается 3 бурячка. Со временем нужно удалять какой-то из них, и остальные будут крупнее. И до конца августа будет вообще большие. На хранение можно оставлять. А вот эти вот подъедать сейчас очень выгодно, кстати. Кабачки! Боже,